В наши дни качественный уровень жизни немыслим без электричества. Профессия электромонтера – одна из наиболее перспективных специальностей на сегодняшний день. И наши айхальские коллеги узнали о том, как работает с начинающим электромонтером в промэнергоцехе айхальского ГОКа. Промэнергоцех айхальского ГОКа бесперебойно поставляет тепловодоснабжение подразделениям комбината, карьеру юбилейной, фабрики номер 14 и ЦРГТО. Слаженную работу участка электроснабжения обеспечивают электромонтеры промэнергоцеха. В их задачи входит установка, обслуживание и ремонт электрооборудования. Молодой специалист Степан Харитонов не понаслышке знает, что такое риск и как защитить себя от поражения электрическим током. Интересно проходит это рабочее время. С утра прихожу на работу, наряд получаю и иду к рабочему месту. И весело проходит работа, все узнаю, мне это нравится. Степан Харитонов окончил Мирнинский индустриальный техникум и по распределению переведен в Айхал, где работает электромонтером в промэнергоцехе. Общий трудовой стаж Степана – 2 года, и за это время он уже успел зарекомендовать себя в качестве исполнительного и ответственного работника. В ежедневной работе ему помогают трудолюбие и любознательность. На моей памяти не было ни одного случая опоздания или прогулы с его стороны. Он постоянно пытается что-то узнавать новое, спрашивает, если что-то не знает, у своих более опытных коллег, подходит ко мне, узнает что-то, ну, то, что если ему непонятно, он всегда спросит, просит литературу, всегда берет с собой, часто читает дома. Экзамены по электробезопасности он всегда, в принципе, прилично сдает, ну, готовится к ним. Электромонтеры тщательно следят за работой электрооборудования, и даже в случае непредвиденных поломок Степану не составит особого труда устранить их самостоятельно. Об этом говорят его профессиональное обращение с инструментами и цеховые напарники. Степан отзывчивый человек, всегда придет на помощь в дальнейшей работе, ну, карьерного роста, конечно же, чтобы все у него получалось, успехов, удачи во всем. Ну, самое главное, чтобы было здоровье. Профессия электромонтера – одна из наиболее рискованных, требует физической выносливости и решения поставленных задач за считанные минуты. От этого во многом зависит эффективность работы любого производственного объекта. В настоящее время альтернативы, способные повсеместно заменить электричество, не придумали. Значит, еще долгое время людям нужны будут свет и те, кто его несет. Валерий Усманов, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».